Я не могу эти бомбы кидать, нет смысла. Я не могу, блять! Не могу, сука! Почему я кидаю бомбу? Как она такая умная? Вау, это нереально, она умнее меня, блять! Я говорю, вы не верите, что ли? А я выйду, блять. Сука! Я пошел на. Сука, и сразу, видали, уехал, блядь. Газанул, блядь. Сука. По газам сразу дал. Засал! Урод. Во! Клик, нихуя себе. Сердечки, это так. А, плюс номер! А, плюс номер спалил! А, номер спалил! Ох! Привет! Я не скрываю свой номер, пацаны. Так, куда мы летим? Со, окей, со. Блин, лагает все так конкретно, конечно. Вот. Дом, за счастье которого сражался, то был отринут, изгнан. Сражаясь с тем, чего они боялись, он стал в их глазах кем-то иным и перестал быть защитником. Покинутый своим народом, он ушел в пустоши. Он ушел далеко на север и добрался до великих. О, господи, это идеально заходит! Ну ладно, хватит на этом. Шаурма – это пицца для мизантропа. Киты дышат. Не пейте водку после пива. Видишь? И ты думаешь, что у нас типа здесь какие-то деградирующие стримы? У нас, между прочим, люди здесь кандидатами наук становятся. Прикинь, да, передалось, видим, воздушно-капельным. Благо, хоть игры стримлю. Фу, лох. На самом деле, стримить сейчас игры нет никак. Ваню в армию забрали, ВДВ. А ты служил, а ты в фонтане купался, а ты... Подожди, у него там финский сбор. Ваня придет нахуй с ВДВ, он вам всем ебальники поразобьет, чмошники, ясно? Ваня, кого, короче, служить пошел? Не, у него же там сборы какие-нибудь. Нет, его в армию забрали. А прям реально забрали? Да! 28 июля. Поняка, он придет с армии, пизды, да, хоть даст тебе. Да, кто там? Нет. Кто там? Джойс, ну Борезина выебывались. Нет. Ебанутый, что ли, блядь? Пиздец, блядь. Ебануться, блядь, блядь. Блядь, да ну нахуй. Ох, ебать, у меня аж сердце нахуй ёкнуло, блядь. Ебануться, блядь. Он дрочит, мать вашу, он дрочит, господи, он really дрочит, он, о господи, блин, я сейчас побегу, блин, господи, слышите, меня к этому жизнь не готовила, это хреново, блин, это ненормально, слышите, я пока уберу камеру, это жестко. Мне страшно. Сейчас подождите, к магазину подойду. Мне реально стрёмно от этого. Good boy.